креативном пространстве «Квартал» при поддержке издательского дома «Ульяновская правда» открылась пейзажная фотовыставка, посвященная нашей области. 15 ульяновских фотографов, более полусотни снимков. Этого, конечно, немного, чтобы дать полное представление о красотах ульяновской земли. Но для начала, для первой выставки пейзажной фотографии, показатель вполне неплохой. Организатором и идейным вдохновителем стал журналист «Ульяновской правды» Дмитрий Илюшин. В этом году я решил попробовать восстановить вот эту тему и вождение фотографов по красивым местам, потому что одно дело увидеть, а другое дело уметь преподать людям эту красоту. Это далеко не каждому, к сожалению, дано. И поэтому, используя свой опыт путешественника, я взял людей, которые со мной захотели поехать, и мы выезжали в самые интересные места. В течение года группы местных фотографов посетили Скрипинские кучуры, долину пионов, Сенгелеевские горы, храмы Инзинского района, Жадовку и проехались по южному кусту области. Примечательно, что по окончанию выставки, работы которой напечатаны при поддержке издательского дома «Ульяновская правда», несколько фотографий будет выделено в качестве призов для 7-го регионального географического фестиваля «Фрегат Паллада». Остальные передадут в детские дома. Это и экскурсионное бюро Дмитрия Илюшина, которое наконец открыл, то есть возит в основном детей по Ульяновской области. Да? То есть с нами он работает как журналист, снимает замечательные передачи, которые мы размещаем на нашем портале, пишет для наших изданий. Поэтому пожелаем Дмитрию дальнейших успехов. И опять же, вот, о чем он сказал, очень приятно, что эти фотографии никуда не пропадут. И по окончании выставки они будут радовать наших детишек. Всего в фототурах года приняло участие 125 человек. И просто любители природы, и начинающие, и опытные фотографы. Все прониклись красотами ульяновской земли. Очень интересно смотреть фотографии участников. Я сама являюсь участником этой выставки. Вот, и вижу, какие восторженные у людей мнения, большой интерес в глазах. Очень много народу пришло на эту выставку. То есть такие начинания нужно продолжать. Выставка продлится до 9 декабря. Георгий Кузнецов, Юрий Конихин, новости «Ульяновской правды».